В ближайшее время на елке появятся новогодние украшения, а площадь будут озарять сотни разноцветных огней. Также, как и в прошлом году, возле дворца появится снежный городок. Деревянную горку для детей уже поставили. Дальше, несмотря на небольшое количество снега, здесь будут строить снежные фигуры. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 лет, 10 тысяч пенсий получаю, 2 высшее образование. Получил пенсию 10 тысяч, 5 тысяч на карте. На что я живу? Хуй бессонник доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь, мне нравится.